Привет всем, кто любит и смотрит мой канал. И у нас есть такая дилемма и такой вопрос у людей. Правда ли, что в Америке виноград без косточек? Давайте сейчас это узнаем, правда это или нет. И бывает ли такое в самом деле, что в винограде нет косточек? И как это приятно и удобно кушать виноград без косточек. Не надо ковыряться, что-то доставать. Так, значит, сейчас я возьму виноградинку. И при вас я ее разрезаю. И смотрим, что там у нас. Вот, теперь мы знаем, и вы знаете, что в Америке действительно виноград растет без косточек. Как это здорово! Как это очень удобно кушать виноград без косточек. Совершенно нет никаких косточек. И вкус совершенно изумительный. Такой вкусный виноград растет в Соединенных Штатах Америки. Спасибо за то, что смотрели.